Сегодня Государственный антинаркотический комитет под председательством министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева в режиме видеоконференц-связи провел заседание. В нем принял участие глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Основная тема обсуждения – ограничение пронаркотического контента в медийном пространстве. Очевидный факт – современные программно-технические средства позволяют свободно распространять любую информацию, включая незаконный оборот наркотиков. Только в 2018 году МВД России выявлено более 18 тысяч наркопреступлений с применением телекоммуникационных технологий. Принято 26 тысяч решений о блокировке страниц, содержащих материалы пронаркотического характера. Только в нашей республике к уголовной ответственности привлечено 160 лиц. Прекращена деятельность 10 интернет-магазинов. В ноябре 2017 года в Чувашии сформирован реестр кибердружинников из числа студентов. Они добровольно ведут мониторинг страниц в социальных сетях, выявляют запретный контент, отметил глава республики. Сейчас МВД России готовят законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за рекламу наркотиков в сети интернет и в СМИ. Но вместе с этим нужно наращивать усилия по созданию позитивного замещающего контента в современных и интересных для подростков форматах, считает министр внутренних дел страны.